Сейчас вот. Я в уши одену. Мы приехали 28-го сегодня у нас, 28 апреля. И Игорь Владимирович Дебунов приехал. Правда, прохладно довольно. Я вот в валенках, вот даже покажу, как я стою. Вот она, у меня валенки тут подшиты с собой. В валенках еще? Вот. Вот он готовится купаться. Мне интересно, как показать. Ну, я не просто... Вот где мы находимся. Я потом окрестность покажу. Это прямо напротив нашего дома. С другой стороны заехали. Выходим. О! Собаки. Я прям вот так вот иду. Вот здесь хорошо заходить. Вот там немного подальше штырь есть. Давай, давай, иди, я иду рядом. Вот он. А это вот на той стороне, вот там елка, видать. Это елка наша. На наша елка. Вот. Прям напротив. А здесь это дальше тут элеватор, вот видать. Элеватор. Вот волна здесь докуда меня... доходила. Это вода так высоко была. А? Она вот там была, где машина. А куда же она делась-то? Вся ушла. Это на сколько? Тут метра три с лишним, наверное. Три, два. Какой еще? Морж. А это вот рядом. Тут благословляйте. А, Богом. Спасибо. Давай. Не прыгай только, потихоньку. В воду полез. Прохладно довольно. Я думаю, посмотрю, сколько градусов-то. Ну, градусов-то может быть 8, тепла 10. Думаю, что не больше. Вот он залез. Никого нет. Никакой пацан. Залез, стою, оделся. Что он делает-то, куда полез? Поди не утонет. Далеко не ходи! Я тебе не помощник. Пузырь, меня утопит. Еще прохладное. Ты вдоль берега, ползком. Еще прохладное. Ну... Не буду заныривать. Я ж тебе говорил. Прохладно. Вот это теперь так обвожу. Вот эти большие красивые дома вон стоят. Три дома. По 24, кажется, этажа. Вот, а здесь ничего нету. Вот такое вот. Заросли. Я не потяну. Купаться не будешь? Не, не потяну. Ну давай вылазь, правильно сделал. Не гордись, а бойся. Да нет, нет, я зачем? Мне надо плавать, а не просто туда окунаться. Мне что, не надо. Дождись, когда будет тепло, хотя бы до градусов 20. Ну да, да. Сегодня будет 20. Ну и... Все, вылазь. Да. Ноги-то у тебя, смотри, как посинели уже. Ну я по ногам-то и против. Я сказал сейчас. Зайду, скажу, что будет. Ну, моржи пошли. Не, я могу легко тут занырнуть, это не вопрос. Смысл? Давай, вылазь и посмотри, никого нету дурнее нас. Пришли сюда. Ни одного человека, а тут купается весь берег усыпанный. Там-то мало, там, видишь, камни там разные, все это. Я в том году здесь плавал. Купаться-то купаться, надо плавать, а не купаться. Что купаться? Ну да. Купаться. Вот они, дети, купаются. Вот эта труба стоит, я никак не проникнул туда посмотреть. Это старинное сооружение, видать, сохранились, кочегарка. Вот, большая-большая труба. Так. Пящусь назад к машине ближе. И вот здесь видно, что тут еще как. Почему так воды-то много было здесь? Откуда она столько? На 3 метра выше. Ну, как льды растаяли, пошел подъем. Да. Ну вот даже крышу дома там, видать, у нас видать. Вот это вот я показываю, елка стоит, это у нас во дворе.
холод, да ветер, да волны-то какие, смотри. Придумал еще. Ну что, все, переодевайся. Да нет, я так поеду. Ну ты сильный. Я бы засох сразу. Вот там дальше, дальше идти, дальше туда. Я прошел далеко-далеко, там нехорошее место встретилось. Там прямо огорожено матерками. И блудное такое все.